Let's explore some woods. Yeah. Let's make new trail. Oh, here is some of things here. Blocks here. No, it's a somebody put blocks here. Yeah, this is wet, a little bit wet here. Uh-huh, a little bit wet here. Wow. Let's make it wider. Wow, it's so beautiful here. Look at this. Хочешь в лесу быть, но этот лес тебе принадлежит. Это property. Да, нормально. Вообще-то лес такой. Кто хочет в лес ходить, пожалуйста, раз у себя с бэк-ярда переступил и пошел в лес. Это их лес, это частный лес. Вау. It looks like somebody walks here. I don't know what is it. Here's the thing. Wow. Олени. Олени. А? Bears maybe, yeah, big. А. Медведи. Or this is like a Bigfoot, Bigfoot hero. Снежный человек, ага. Соскочеван. Yeah, a little bit muddy here. This is spots. Look, this is deer. This is deer spots. See? Oh, yeah. Look, look at this. Look at this. Here, here, more here. Look, look, look. Look at it. Look at this. Same, same. You see? Same deer. Same deer. Олени. Олени ходили. It's a deer. Here, here. It's exactly. See, like a deer. Or here. Here. Ray, you can put some of lights here a little bit sometimes, and deep in the night you can go, you can take us like a tour for your private forest, tour for like, look guys, look, it's a spot of real deers here. Look at this, it's exactly deer here. Yeah, or Bigfoot or bear. Yeah, слушай, видела, вот олени прошли. Да. Да, если грибы есть, походи посмотреть. Должны быть. Ну да, немножко еще мокровато, конечно. Но это ж лес тут. После дождей она еще не просохла. О-о! А, ну вот так вот. И конца, и края не видно. Что это? Это что такое? So this is the border of your property, да? Yeah? It's there, yeah. It's a, okay. I see. So this is stop your property. Okay. To the L road, right? Oh, really? Okay. Yeah, still there. How about here? More?
Ah, it's a corner. There's a blue marker. Ah. Name it. That was another. Okay, I see. So this is like a corner. Corner to this one. Like this. Yeah. Uh-huh. Yep. Like this one, yeah. Uh-huh. Ah, so it's not exactly, it's a little bit creaky. Okay, nice. Nice. But it's enough. If you want to go in the forest, wow. Just make a couple steps from your backyard and you're in a real forest. It's so nice. It's so nice. То уже соседа, мам. У него, мам, мы стоим на углу. Вот это угол. Все, вот там уже голубые эти ленточки. То уже соседа. Вот. Да, мы на углу как бы стоим. Да. 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 Там, говорит, где-то 30 фитов, говорит, до дороги не доходит. Ну, так примерно. Да. Nice. Все, пошли обратно. Ну прекрасно. Вот так вот жарко, да, пришел в лесочек, походил, подышал. Ага. Подышал свежим воздушком, таким опавшими листиками. Осенью интересно, да, здесь походить тоже? Да, листьями опавшими, да? Да, вот так вот. Отлично. Да. А куда они пошли? До соседского. Ну, я тоже пойду. Давай, я пойду гляну, что там. Пойдем пересечем границу соседскую. Надеюсь, нас не постреляют. Вау. So nice. Ray, I see orange over there. It's yours too? It's orange over there. Striped. I think that's the guy's tree stand. That's very hunt. What do you think? You? You? I know it. What I mean? What it means? It's what the neighbor puts for hunting. A stand in the tree. Ah, the stand. Ah, it's the stand. Yeah. I'm sorry. Yeah. То туда нужно залазить, надо для охотиться. Для охоты. Там сидушки. Тут сидушки или стоячки. Понятно. Туда залазишь и там be careful. Спайки. Вот такая штука на деревья делают. Залазить наверх. И вон сидушка. Можно там сидеть и охотиться. Или ружье, или арбалет. Взять лук, арбалет. Что хочешь. И сидишь. Здесь тут очень много индюшек диких. Олени. Особенно индюшки. И на индюшек. На индюшек охотятся с луком. Вот, пожалуйста, все. Потом вот поднять. Там наверх что-нибудь можно. Крючок. Вот такая вот лестничка. Такая вот лестничка. Бам-бам-бам-бам-бам. Наверх залез. И ты там наверху, сидушка. Сиди, отдыхай. Жди, пока кто-нибудь пройдет рядышком из зверей. И вон там еще одна, оранжевым цветом сделана, такая же самая, на дереве. Все. Идем. Классно. В лесу лес, натуральный дикий лес. Вот у людей. Это у соседа, это уже не у Рея. Это уже соседские угодья. Но мы тут не будем особо бегать, вернемся свои угодья. Опа, мостик был, сгнил.
старый мостик. Класс. Да, интересно посмотреть, здесь грибы есть. Приедем осенью. После дождей полазим, помокнем, поищем грибы, должны быть. Все. Красота. Найс. Настоящий живой лес в твоей личной собственности. Итак.